Всем здрасте! Давненько не выпускал новых видео. Сегодня мы с вами будем делать кольцо из бересты. Меня попросили сделать кое-что необычное. Вот. У меня есть подготовленные несколько кусочков бересты, из которых я хотел сделать ручку для ножа. Так, толщина у нас будет, но я не знаю. По силе сделать миллиметров 5. В общем, берем 5 кусочков бересты и дубовый шпон. Начнем. Возьмем наждачку 240 и чуть-чуть обработаем нашу бересту со всех сторон. Берем клей по дереву, складываем примерно так. Толщина кольца получается примерно, может, чуть побольше, 5 миллиметров. Но для того, чтобы кольцо было более интересно, мы сейчас обрежем лишнее. Не толстым слоем. Я здесь, дочь. Какие? Подойди, покажи. Сюда, не хочу, чтобы эту штуку продали. Да, можно. Доченька, иди посмотри там мультик. Так, теперь берем опять шпон. Укладываем сверху. Я твое видео смотрела. Да? Да. Тебе понравилось? Да. А про что видео было? А? Про что видео было? Какие? Про рогатку мою. Про рогатку мою? Здорово. Так, и последний кусок. Так, вот такой у нас пакет получился. Шпон и кора. Теперь все это нам нужно хорошенько сжать. Вкладываем кусок фанеры и прижимаем струбцины.
И оставляем сохнуть. Ну что, склеился у нас пакетик. Этот отрезал кусок. Чтобы посмотреть структуру. В общем, берем подставочку, берем шуруповерт, берем перьевое сверло по дереву. Ну, у нас получится кольцо 16 размера. Делают для девушки. Так, поехали дальше. Так, отверстие просверлили. Теперь берем ручной лобзик, специальная пилка, закружная для фигурного реза, очень удобная, мне нравится. Так, следующим шагом берем .320 наждачную бумагу. Берем насадку от древа, и она сюда входит прям. То есть диаметр насадки совпадает с диаметром нашего отверстия. А теперь берем дремел и одеваем кольцо с насадки. Продолжаем. В общем, кольцо отдельно на насадку. Взяли шкурку 80 грит. И теперь потихонечку на небольшой скорости стачиваем кольцо до нужного нам диаметра. Ну, я имею в виду наружный. Кольцо болтается. Чтобы оно не болталось, берем изоленту и делаем один оборот изоленты. Делаем это для того, чтобы более плотно держалось кольцо на нашей насадочке.
что, продолжаем. Так. Теперь берем опять 320. Да, 320-я ждеточка. Опять надеваем наше колечко на насадку. И так как кольцо немножко мягкое и будет впитывать в себя влагу, мы его обработаем раствором цианакрилата. У меня уже разведен цианакрилатный клей. Одеваем средство защиты. Берем обыкновенную скрепку. Так. Клей разведен с ацетоном. И теперь сначала изнутри намазываем. Thank you.
все, зашкурил я кольцо. Теперь финишная обработка идет. Возьмем для ногтей такой вот и начнем потихонечку делать. Я покажу фотографии изделий.